Итальянский современный гусеничный трактор теперь бороздит просторы русской глубинки. Агрокламбер фирмы «Дойц Фахр» пашет землю на небольшом частном хозяйстве известного поисковика Александра Морзунова в отдаленной деревне Демянского района Балуева. Это рабочая лошадка, хотя и небольших размеров, но по мощности выигрывает у отечественных братьев. И несмотря на габариты и маленькие гусеницы, трактор тянет плуг через камни валуны и огромные корни без проблем. Он обладает мощностью больше того же ДТ-75. Вот, как видите, он замечательно работает на поле, пашет. К нему возможно прицепить наше навесное оборудование. Его дали нам на апробацию попробовать. То есть вот сейчас в течение недели он будет здесь пахать, рубить корни, оставшиеся с тех полей советских, ворочить камни. Хорош он не только в том, что не уступает по производительности отечественному автопрому. Этот маленький трактор намного комфортнее, чем другие модели. Кондиционер, удобное сиденье, легкие рычаги. Все это делает, казалось бы, трудоемкий процесс вспахивания земли быстрым и менее энергозатратным, благодаря чему можно за то же время обработать участок в два раза больше. Сам по себе такой тяговитый, мощный, 107 лошадиных сил. Нормально справляется с любой почвой. На отечественном тракторе там... рычаги жмешь до упора, а здесь легко все управляется. Поэтому он точно приживется в небольшом хозяйстве. Тем более научиться им управлять оказалось проще простого. Машина настолько современная, что управлять ей сможет даже абсолютный новичок. Вот, например, я ни разу не ездила на тракторе, но научилась с первого раза. В то время как на любом другом с управлением наверняка бы возникли трудности. Машина, можно сказать, делает все за тебя. Агрокламбер уже неделю испытывают на прочность в хозяйстве, и пока что он проявил себя только с лучшей стороны. Скорее всего, тест-драйв закончится покупкой модели, и итальянская рабочая лошадка продолжит бороздить землю в России. Мария Зверева, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение.